В Усть-Каменогорске владельцы так называемых магазинов у дома боятся потерять бизнес. Какие нововведения, по мнению предпринимателей, принесут негативные последствия для небольших торговых точек, расскажем в следующем материале. Снова 2023 года самой многочисленной категории казахстанского малого бизнеса розничным магазинам у дома придется пережить большие изменения. По мнению их владельцев и экспертов, эти новшества могут подорвать бизнес на корню. Дело в том, что теперь налог на добавленную стоимость станет обязательным для большего числа предпринимателей. Это влечет за собой необходимость увеличения расходов, найма дополнительного персонала и другие сложности. Предприниматели возмущают тот факт, что в настоящий момент многие из них придется вставать на учет по НДС. А для этого нужно будет им вести учет, нужно будет нанимать специалиста. Для этого для них это все затратно. И есть определенные, значит, технического характера для них проблемы в части исполнения налоговых обязательств. Не все владельцы магазинов у дома могут вести сложный финансовый учет, который предусматривают эти новшества. И некоторые предприниматели будут вынуждены закрыть свой бизнес. По словам предпринимателей, нанимать бухгалтера они просто не смогут. Слишком дорого. У меня магазин у дома, и у нас в связи с понижением порога НДС возникли очень большие проблемы с тем, что сейчас идет инфляция, и цены на продукты, да и на все уже как бы выросли. И мы, магазины у дома, попадаем на порог этот НДС и будем являться платежниками. Но так как мы не можем добавить еще одну единицу, это бухгалтера, так как я сама не умею вести бухгалтерию, и по-любому придется нанимать еще одного человека. Поэтому мне это будет невыгодно, мне придется закрыть свой магазин у дома. Мы хотим быть услышаны нашим слышащим государством и справедливым, потому что все законы, которые принимаются в КГД и прочие законы, они все направлены на то, чтобы утяжелить наш бизнес. И вот уже мы даже дошли до той точки невозврата, когда мы уже не можем дальше работать. Если нас государство признает микробизнесом и выделит нам отдельную нишу, вот эти вот все вот утяжеления нашего бизнеса вот по отчетности, по бухгалтерии и прочее, 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 они отпадут сами с собой. По словам владельцев малого бизнеса, новшества скажутся и на стоимости товара, что ожидаемо снизит количество клиентов. А в условиях непростой экономической ситуации может стать предпосылкой для ухудшения состояния малого бизнеса. Из-за роста расходов оставшиеся магазины у дома поднимут цены на товар уже с Нового года.